Здравствуйте. В эфире «Парасат» – программа Североказахстанского государственного университета имени Манаша Кузыбаева. И с вами я, ее ведущая, Татьяна Исельская. Все самое важное и интересное из жизни университета в ближайшие 20 минут. Будьте в курсе студенческой жизни. Оставайтесь с нами. Заместитель министра юстиции Республики Казахстан Эльвира Азимова встретилась со студентами и преподавателями Североказахстанского государственного университета имени Манаша Кузыбаева. Участниками мероприятия стали также руководитель департамента юстиции Североказахстанской области Руслан Кактай и проректор по стратегии международному сотрудничеству СКГУ Айдос Мухатаев. Как отметила Эльвира Абельхасимовна, эта встреча запланирована не случайно, поскольку одна из задач, которая была озвучена главой государства, это вопросы развития человеческого капитала, инвестиций в образование. Граждане Казахстана должны быть конкурентоспособными, должны обладать профессиональными навыками и не ограничиваться только одной профессией. Неоднократно подчеркивал глава государства, не должно быть иждивенческого подхода. То есть не надо ждать, пока университет, преподавательский состав даст эти новые знания. Сами студенты, сама молодежь тоже должна стремиться к получению таких знаний не только в стенах своих вузов, не только в стенах технических, профессиональных учреждений образования, но и самостоятельно. Заместитель министра юстиции Республики Казахстан подчеркнула, что все факультеты и специальности, действующие в структуре Североказахстанского вуза, соответствуют тем задачам, которые были обозначены в послании лидера нации. О развитии образования, о вложении инвестиций в образование я бы хотела отметить, что данное направление, вот на сегодня мы говорим, вот я уже отметила, Евразийской экономической организации, Евразийский экономический союз. И образование рассматривается только в ключе именно трудовой миграции. Встреча получилась плодотворной и интересной, ведь от активной реализации перспектив, обозначенных главой государства, зависит дальнейшее развитие Казахстана. Разработчика самых креативных идей собрал в стенах Североказахстанского государственного университета имени Манаша Кузыбаева региональный этап республиканского конкурса «Стартап Болашак менің арманым». Его смело можно назвать самым грандиозным событием в сфере молодежного предпринимательства, ведь на конкурс поступило более 400 заявок, и это абсолютный рекорд среди областей Казахстана. Перед ребятами выступил проректор СКГУ по стратегии и международному сотрудничеству Айдос Мухатаев. Данный конкурс является уникальной площадкой для реализации своих идей, для новых знакомств, самореализации, прекрасное место для обмена опытом между начинающими бизнесменами. Это титаническая работа, которая позволит осознать, что вы сами строите этот мир. Пусть победит сильнейший. Поддержка социально значимых бизнес-инициатив, направленных на совершенствование стандартов качества жизни, трансфер передовых знаний и технологий в социально-экономическую жизнь страны. Такова цель мероприятия, говорят организаторы. Данный конкурс состоит из 5 этапов. Мы проезжаем по всем регионам, собираем лучшие стартапы и будем выводить их на республиканский уровень. Вот сегодня у нас это 4-й регион, в котором мы проводим данный отборочный этап. И здесь заявлено 444 заявки. Это рекорд на сегодняшний день по заявкам с областей. Самые главные критерии, чтобы ребята хотели заниматься стартапом, пришли с идеей. Вот наша задача в течение года с этих идей вырастить действующие бизнесы. Программа открытия регионального этапа конкурса была яркой и насыщенной. Напутственные слова организаторов и менторов проекта, зажигательные песни и танцы. Ребята активно поддерживали выступающих. В зале чувствовался дух соперничества и уверенности в своих силах. Участники все как один настроены на победу и уверены в успешности своих проектов. Этот конкурс организован на высоком уровне. Мы получаем много положительных эмоций. Я тоже подала заявку на участие и хотела бы представить проект детского издательства. Главная цель моего проекта – это выпуск газет и журналов для детей и школьников развивающего плана. Я считаю, что детских издательств мало в Республике Казахстан, и это достойно поддержки, потому что они требуют большого
финансирования. В состязании принимают участие не только студенты и магистранты нашего вуза, но даже школьники. Они, как и другие ребята, настроены только на успех. Мы узнали, что в нашей области проводится грандиозное мероприятие «Обмена Мармана». И мы решили принять участие. После того, как мы узнали об этом конкурсе, наши ученицы активно проявили интерес к участию в этом конкурсе. Мы решили сделать проект о ценной психологической помощи, которая поможет людям, у которых есть проблемы стрессовых ситуаций и так далее, помочь справиться с ними, чтобы они были не одни, а чувствовалась поддержка, чтобы они чувствовали себя увереннее и жизнь стала немного легче. Я считаю, что это действительно нужно нам, потому что для привлечения различных инвесторов нам нужно развивать различный бизнес. Это нам очень необходимо Казахстану, чтобы зайти на новый уровень. Стоит отметить, что конкурс «Стартап Болашак» проходит в формате реалити-шоу. За его ходом можно будет следить на одном из республиканских телеканалов и в социальных сетях. Второй день регионального этапа республиканского конкурса «Стартап Болашак» «Менің арманым» характеризуется защитой проектов. Сейчас мы находимся в самой гуще событий. Ребята представляют свои идеи ведущим бизнесменам региона и о том, какие инвестиции требуются для реализации их идей, они расскажут сами. Наш проект называется «Выращивание птиц индюшат». То есть мы будем выращивать и поставлять, естественно, с этого мясо и яйца. Цель – это здоровая нация, то есть индюшатина, она полезна, в ней есть витамины А, В, она полезна для детей, как и для пожилых людей. Проект, в принципе, недорогой, в общем, по нашим подсчетам 3 миллиона. Я решил разработать мобильное приложение «Oudeliv». Через него можно легко и удобно заказать себе еду, бытовую химию через любой торговый центр или через любой супермаркет. Для осуществления проекта мне необходимы услуги программиста, IT-дизайнера, курьеров, таксистов и нужны финансы для рекламы. У нас есть много детей, да, взрослых, которые болеют аутизмом, ДЦП и так далее. Именно эта верховая езда помогает им излечиваться или приносит им такие эмоции, которые заставляют их любить жизнь. Для моего бизнеса потребуется около 15 миллионов, на которые я потрачу, то есть на лошадей, которых я буду покупать, обучивать, да, людей, специалисты, которые это будут делать. Ну, изначально, когда я услышала о том, что в нашем университете будет проходить эта площадка, мне это очень заинтересовало, так как я думаю, это действительно интересно для наших студентов, чтобы себя показать свои идеи, возможно, найти нужных людей, которые смогут бы способствовать и дать нужные рекомендации. Хотелось бы сделать акцент на растениях лекарственных. То есть лекарственные растения мы собираем, далее их определенным образом систематизируем, приготавливаем определенные смеси, и это будет своего рода сырье для фармакологических компаний. Второй день оказался насыщенным и плодотворным. Для участников были проведены тренинги, выбор ниши, бизнес-модель «Canvas». Начинающие предприниматели работали с менторами и бизнес-тренерами, дабы заручиться их поддержкой, а также получили консультации по созданию питч-презентаций проектов. В этот день из всех поступивших заявок были отобраны 57. Третий день, пожалуй, самый интересный. Атмосфера накалена до предела, ведь совсем скоро станут известны имена тех, кто представит нашу область на республиканском этапе конкурса «Стартап Болашак» «Менің арманым» в 1/4 финала. В этот день ребята презентовали свои проекты перед менторами. Наставники выслушали молодых бизнесменов и взяли в свои команды тех, кого посчитали лучшими. Данный проект «Менің арманым» на своем проводим на площадке Североказахстанского университета. Очень привлек интерес со стороны предпринимателей, даже в лице меня, вот, что мы участвуем в качестве менторов, со стороны Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». И в части предложенных проектов, среди проектов встречаются очень интересные, даже инновационные предложения.
который даже, я считаю, не то что регионального уровня, а странового, общереспубликанского уровня. По итогам трехдневной работы регионального этапа республиканского конкурса «Стартап Болашах» «Менің арманым» в четвертьфинал от Североказахстанской области были отобраны 38 проектов. Теперь их авторам предстоит долгая работа с наставниками, а также участие в республиканском этапе конкурса, который состоится в мае текущего года. Ребята непосредственно с менторами до мая будут активно работать. Задача вот ребят с менторов не слазить, да, прокачать свои максимально проекты, чтобы быть готовы именно на республиканский уровень. На республиканском уровне будет большая конкуренция, да, то есть 500 ориентировочно, да, всех регионов проектов. Мы должны будем отобрать всего лишь 100-150 проектов. Есть отличные перспективы в развитии именно, да, уже проектов на более серьезный уровень. Да, есть знания, есть специфика, есть... Да, вот эти вот эксперты, да, которые именно по сельхоз, да, вот эта вот специфика вашего региона, что поможет именно более технологичные проекты развивать уже на мировой рынок. Республиканский конкурс «Стартап Болашах» «Менің арманым» дал мощный толчок развитию молодежного предпринимательства. С авторами проектов будет работать Офис коммерциализации результатов научных исследований СКГУ имени Манаша Козыбаева. На его базе планируется открытие коворкинг-центра и бизнес-инкубатора для продвижения идей стартапов. Школьники Жамбылского и Мамлютского районов на этой неделе имели возможность поближе познакомиться с нашим университетом. Выездные профориентационные мероприятия стали уже хорошей традицией. Проректоры и деканы факультетов читают лекции и подробно рассказывают о вузе старшеклассникам. Мы отметили 80-летие нашего университета. За эти годы университет выпустил более 50 тысяч выпускников, которые на сегодняшний день трудятся в разных сферах, в разных отраслях, как в нашей стране, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Североказахстанский государственный университет – это один из крупных региональных высших учебных заведений. Это центр образования, науки и культуры Северного Казахстана, который имеет достаточно развитую инфраструктуру. Подобные мероприятия развивают и двусторонние связи вуза. На сегодняшний день между СКГУ и акиматами 12 районов Североказахстанской области заключены меморандумы о социальном партнерстве. В каждом районе ребята знакомились с особенностями поступления в наш вуз, узнали, как именно можно зарегистрироваться и получить необходимые сведения для абитуриентов через официальный сайт университета nkzu.kz. Ребята проконсультировались по выбору будущей профессии и задавали вопросы, связанные с обучением представителям университета. Я очень хочу поступить в СКГУ на факультет журналистики. Мне очень нравится эта профессия. Хочу ее продолжить в будущем именно в нашем университете. Мне нравится этот университет, он очень потенциальный, мне интересен. Я много раз участвовала в этом университете на конкурсе, и мне очень все нравится. Учащиеся получили презентационные материалы вуза, кейсы по каждому факультету, где была дана обстоятельная информация об особенностях проведения предстоящей приемной кампании 2018 года. В завершении мероприятия студентами нашего университета был организован концерт. Один из ведущих факультетов университета, который готовит кадры педагогического направления, это педагогический факультет. В этом году наш факультет отмечает 40-летний юбилей. Хочу сказать, что за всю историю факультета были выпущены более 10 тысяч специалистов. На сегодняшний день факультет готовит специалистов по 9 образовательным программам. Все они получили национальную аккредитацию. В прошлом учебном году мы открыли одну специальность, это культурно-досовая работа по запросам работодателей. На сегодняшний день на факультете педагогическом обучаются более 1300 студентов, как очной, так и заочной формы обучения. Также нужно отметить, что большая часть студентов обучается на платной основе. Ежегодно министерство выделяет образовательные награды на педагогические специальности. Выделяются гранты студентов, которые обучаются по проекту «Серпан».
на 5 специальностях: дошкольное обучение и воспитание, педагогика, методика, начальное обучение, педагогика, психология, дефектология, обучаются студенты из южных регионов нашей страны. Сегодня, в соответствии с теми стратегическими задачами, которые ставит президент в своем послании, наш факультет в соответствии с стратегическим планом развития университета и факультетов вносит изменения и дополнения, так как сегодня престиж педагогической профессии необходим. Поэтому и идет, скажем так, модернизация педагогического образования в целом. Сегодня на факультете работают более 85 специалистов, из них один PhD-доктор, 20 кандидатов наук, 32 магистра наук. Сегодня педагогический факультет работает над модернизацией педагогического образования. В связи с этим проводится работа по открытию новых специальностей магистратуры: дефектология, физическая культура и спорт, педагогика, методика начального обучения. Также в плане открытия центра дошкольного воспитания и обучения, открытия методического кабинета в целях совершенствования подготовки молодых специалистов в ВУЗе. Тесно сотрудничаем мы с социальными партнерами. Ежегодно заключается план сотрудничества между социальными партнерами. Это в основном образовательные организации, это школы, колледжи, это мини-центры, где наши студенты проходят профессиональные практики. Нужно сказать, что процент трудоустройства по факультету составляет около 90%. В целях реализации программы академической мобильности студенты педагогического факультета обучаются в других вузах нашей страны. Ну, например, скажем, студенты специальности педагогика начального обучения и дошкольного обучения и воспитания продолжают обучение в четвертом семестре в Кустанайском педагогическом университете. И отрадно, что в этом семестре к нам приехали студенты из России. В перспективе, в 2019 учебном году, мы планируем открытие полиязычных групп. Сегодня на педагогическом факультете проводится большая работа по предоставлению образовательных услуг обучающимся. Бассейн СКГУ имени Манаша Кузыбаева – единственный в области, полностью соответствующий всем требованиям для проведения соревнований международного уровня. Приглашаем своих старых и новых друзей на занятия по плаванию и акваэробике. Опытные тренеры мастера спорта обучат вас плавать, используя новейшие методики, и помогут вернуть легкость и грацию с помощью самых эффективных программ. Также созданы все условия для бодибилдинга в светлом и просторном тренажерном зале. Ждем вас по адресу: улица Абая, 31А. Телефон 49 30 23. На этом наша программа подошла к концу. Также наши выпуски вы можете увидеть на сайте www.nkzu.kz. Следите за новостями вуза в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. До свидания.